12:18, а значит, в эфире канала «Навальный Лайф», передача «Пираты Карибского моря», и в студии с вами я, капитан Джек Воробей. Я просто представляю, как вы сейчас смеетесь, глядя на меня. Вот точно так же все, кто сидит в этой студии, сейчас смеются надо мной. Но на самом деле никакого другого выхода не было, потому что у меня большая светочувствительность, это боязнь глаза. Здесь есть софиты, которые мне вредны. Был еще вариант, чтобы я сидел перед вами в таких черных очках. Мы подумали, что это будет еще более глупо. И долго искали, приобрели такую повязку. В конце концов, мы просто загуглили «люди в повязках» и увидели много разных стильных, прекрасных людей, которые носят такие повязки. Я подумал, что, может быть, даже будет прикольно к ним присоединиться, к этой замечательной когорте. Я просто чувствую, что, естественно, самый популярный вопрос или просьба в нашей трансляции будет: ну, ты повязку-то приподними, покажи, что у тебя за глаз. И поскольку у нас все-таки не настоящее телевидение, пожалуйста, можем показать даже, как выглядит глаз. Сегодня не будем долго его держать на экране, потому что с нами могут быть несовершеннолетние дети. Моя врач сфотографировала очень любезно его мне на телефон и показала. Я хочу начать с того, что сказать большое спасибо всем, кто написал мне различные слова поддержки, благодарил, предлагал различных врачей и предлагает. Отдельно большое спасибо, кстати говоря, всем одноглазым. Выяснилось, что у меня довольно много знакомых, которые живут вполне себе прекрасной жизнью. У них один глаз. И этого даже невозможно заметить. И от них я тоже получил кучу ободряющих писем, типа: чувак, вот наше сообщество одноглазых приветствует тебя, и ничего такого ужасного в этом нету. Ну, впрочем, я очень надеюсь, что вот особенно сейчас, когда мне дали загранпаспорт, я смогу выехать и все-таки надеюсь на то, что зрение мое восстановится. Но даже и без выезда, в общем-то, меня здесь очень прекрасные врачи лечат. И надежда на то, что зрение восстановится, есть. Сейчас на правом глазу у меня 15% зрения остается. Но, тем не менее, мы очень-очень интенсивно лечимся, завершая эту медицинскую часть.